Еще один чебоксарский детский сад распахнул свои двери в канун Дня города. Подарок получили молодые родители, живущие в микрорайоне Радужный. По сути, это новый корпус дошкольного учреждения номер 202. В таких случаях неизвестно, кто больше всего радуется открытию. Строители, выполнившие обещанное, родители, дождавшиеся садика рядом с домом, или дети, чувствующие праздничное настроение взрослых. Уютное двухэтажное здание со скатной крышей напоминает сказочный теремок, выложенный из кирпича. Одновременно в четырех группах здесь будут воспитываться 120 детей. В двух из них малыши с двухлетнего возраста. В саду есть современные медицинские и пищевой блоки, прачечные и кладовые. Есть отдельный зал для гимнастических и музыкальных занятий. Уличная территория поделена на 4 игровые зоны, а большая спортивная площадка одна на всех. Облака слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока. Так долго ждали этот детский сад, что он наконец откроется. Очень рады, что не нужно будет ездить в другой район, возить ребенка, вставать рано с утра. Очень рады, что садик очень красивый, компактный. В нем будет всего 4 группы. И надеюсь, что будем как большая семья. За последние годы в республике создано более 22,5 тысяч мест для дошкольников. И работа в этом направлении будет продолжена. В этом году только в городе Чебоксары мы открыли по факту 4 современных инновационных детских сада. Общее количество мест более чем 1000. Плюс создали дополнительно рабочие места для воспитателей, для поваров, для психологов, логопедов. Это более чем 200, наверное, даже 30 мест получается. А общая сумма вложения – это практически около 4 миллиардов рублей. Это огромные инвестиции. Это инвестиции наших дорогих детей для того, чтобы строить будущее. Будущее России, будущее Чувашии, будущее муниципальных образований. Совсем скоро детский сад заживет полноценной, увлекательной жизнью, в которой найдется место и образовательным урокам, и музыке, и спорту. 20 детских садов построено современных, комфортных на территории города Чебоксары. Но это действительно заслуга всей команды, команды городской, команды правительства Чувашской Республики. Родион Архипов, Андрей Шоплев, Республика.